там углубляться. Там действительно очень много всяких нюансов, связанных с личной жизнью. Вот такое понятие есть, да, очень сильная энергия персикового цвета. То есть человек привлекает к себе людей противоположного пола. У него это есть. Он как привлек, да, но ему это надо, ему это или не надо. Вот привлек, а дальше что с этим делать? Не всех это есть понимание. Вот, потому что если у девушки очень сильный такой вот элемент, самовыражение называется, и он полезный в карте ее. Для вас это там тяжело, может, такие понятия, ну вот просто примите как должное, да? Вот. То вот этот элемент убивает мужа в ее карте. То есть ей очень тяжело строить личную жизнь. Она всегда будет верхобудить, она всегда будет правой казаться, она всегда будет на своей точке зрения настаивать, да? Не каждый мужчина это будет терпеть.